Итак, всем владельцам Infiniti FX50 говорю, что может случиться на пробеге 52 тысячи. Может у вас тупо закрыться дверь, и вы никогда в жизни ее сами не откроете. То есть блокируем, разблокируем, и она не работает. Вот вам, пожалуйста, японское качество. Она не замерзла, это 100%, потому что отогревали ночь. Это какой-то механический дефект. Вот. К сожалению, официального дилера в нашем городе нет. Поэтому сейчас будем мучиться. Ну вот никак не открывается она. И снаружи то же самое. Просто дурдом. Это уже секунду. Вот. Не будет видно, наверное, да? Но, короче, выскочила пластиковая защелка, которая на замке, она сломалась. Так что в скором времени, я думаю, эта проблема решится. Практически в официальном дилере Infiniti смогли все сделать.